Сейчас тот же первый уровень, только на сложном в команде. Опять молния. Отлично. Блять. Ах ты, сука. Ай, у меня гиря. Сука, блин. Все, съебывайся, съебывайся. Ну так легко вот этими спецпредметами, так сказать, да? А просто так столкнуть с Альдиной, просто так сложно. Уж когда ты их толкаешь, они тебя в ответ тоже толкают, поэтому ничего не получается. Блять. Вот видите, я его пытаюсь толкнуть, и он в ответ меня толкает. И все. Поэтому я не знаю, как тут еще-то. А, этого, этот вообще улетел нахер. Че, я пойду под луч. О, шеттерда! Все равно, когда ты большой, неудобно как-то управлять. Че, время заканчивается. А, ну все, отлично. Сейчас продержусь, на него гири упадет, и я выиграю. Так. 3, 2, 1, go! Единственное, плохо сделали на этом уровне, это то, что время ограничили. Ну что реально, на сложном уровне просто так столкнуть сложно, и так еще время мало. Ну видите, сейчас я его вытолкнул, но это не так-то легко сделать на самом деле. О, отлично, молния. Сейчас я ему мешать не буду. А, сука, он перехватил! Сука, надо было мне самому, но он не успеет уже. Я его тоже вряд ли успею. А, ну так, тогда нормально. Повезло, что спец вот эта херня появилась. На, сука, на! Петух. Бля, я улетел. Черт. Он никого не мочит вообще, смотрите. Просто так катается и все. Отлично, если он продержится, мы выиграли. А, отлично, молодец. Ну чё, круто. Чё, 5-0 сделаем? Нет, вполне реально. Если я не лоханусь, как я в прошлый раз улетел вообще, слушай. Смотрите, на меня смотрите. А-та-ра!
Прикольно, блин. Я знаю, где надо поиграть в команде. Вот там я стопудов выиграю, на сложном даже. То есть я имею в виду вот на толкучке. Это третий уровень или четвертый. То есть как бы первые два они такие посложнее. Вот третий, там льдина плавится периодически. Вот там я выиграю сто пудов на сложном. А четвертый там бомбочки. Бомбочкой просто всех замочить и все. Я думаю, он проиграет. Видите, ему нужно было молнию отнимать, а он вместо того, чтобы молнию отнимать, почему-то этого чувака мочил. Когда надо было у того молнию отнимать, вот видите. 3, 2, 1, go. Опять я улетел, нахуй. И опять я улетел, да что ж такое? Опять проиграю. Единственное, что мы можем выиграть, это если он молнию возьмет. Тогда он всех столкнет и все. Блин. Надо было подлучить. Видите, никто никого вытолкнуть. А, вот это... Ай, блин! Только я хотел сказать, что никто никого вытолкнуть не может, как сразу двое улетели. Сейчас надо быть поаккуратнее, блин, одна победа осталась. На, тигр ебучий! Ай, блин, ну что ж такое-то, а? Блять, опять я улетаю, нахуй. А у этого гири еще. Блять. Ой, короче, я не буду теперь льдинки сбивать. 3, 2, 1, go. Будем ждать вот этого спецоружия. Иди под луч, петух. Во, у него гири, съебывайся. Так, ну одного почти унесло, отлично. Так, теперь этого. Тоже ждем луча. Под луч идем и берем, что там есть. Ай, блядь, уменьшалка. Ну, она мало действует. О. Мочи! Сука, сука, аккуратненько. Я чуть не улетел опять. Сейчас только бы гири была. Гири это будет самый легкий вариант. Отлично, гири как раз. Я возьму на всякий случай. Вдруг он лоханется и случайно гирю отдаст. Ну, то есть, или возьмет. Блять! Надо было ее передавать, сука, я не то сделал. Надо было ее передавать, а я у себя ее держал. Ёб твою мать. Ну что, столкнет он его? Нет, мало времени осталось. Блять, это я дурак, нахуй. Не, ничья, наверное, будет. Сука, блин, я дурак, нахуй. Надо было гирю передавать, а я ее держал у себя. 3, 2, 1, смотрите, как долго у нас, а? Ну что, я, блядь, улетел почему-то несколько раз подряд. Гирю ему давай. Теперь съебываемся. Вот видите, блин. Ведь ну я говорю, что на сложном уровне. Похоже, сейчас будет 4-4, нахуй. Блять.
Ну все, сейчас будет или ничья, и, скорее всего, ничья сейчас будет. То есть вообще никто не выиграет. Ой, ну чё? Молния. Нужно срочно использовать. Ай, блядь. Видите, как получается, блядь. Я не понимаю, почему я тогда улетел несколько раз подряд. Я все делал как обычно. И почему-то улетел. Теперь, блин, хуй выиграешь. Блять. Короче, нахуй, давайте я... Сейчас, короче, будет 4-4, они выиграют и нахуй, короче. Я буду больше на сложном уровне. Вот я не хотел играть на сложном и не буду, нахуй. Я сразу сказал, что это пиздец, это геморрой. Хуй выиграешь теперь, блин. Вот. Это чисто сейчас повезло, чисто повезло. Потому что молнию я отнял, и все, и как раз она подействовала. Видите, чисто сейчас повезло. Ну, тут так и получается, на некоторых уровнях, на сложном, если играть. Это чисто, если повезет, то выиграешь. То есть, если как бы ящики на сложном, я сразу говорю, что я могу выиграть. Вот. А есть такие уровни, которые чисто если повезет. Вот сейчас повезло на сложном. Вот.